Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. Чи є в місті місце безпритульним тваринам? Спробуємо дізнатись у наших сьогоднішніх гостей. Директора комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» Олександра Голобруцького та голови зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан. Ми працюємо в прямому ефірі, і я пропоную вам, глядачі, приєднатись до нашої бесіди за телефоном 47 74 72. Друзі, добрий вечір. Добре. Спасибі вам, що ви знайшли час приєднатись до нашого прямого ефіру. І минулої п'ятниці миколаївські зоозахисники пікетували міськраду. Вони вимагали вирішити питання стерилізації безпритульних тварин, кошти на що вже було виділено. Також пікетувальники вважають, що центр захисту тварин знаходиться в незадовільному стані, а тварини, які там перебувають, вони перебувають в дуже поганих умовах. Наші колеги зі служби новин побачили ці умови. Давайте подивимось і ми. Новопризначений директор комунального підприємства Олександр Голобородський попросив охоронця зачинити ворота та не пускати нікого на режимний об'єкт. Карантину здесь нет. Чого не пускаєте? Нам нічого не пускаєте. Ви вмісті з якими правами? Вы что такое, что говорите? Вы имеете любые права. Достаточно права мне для того, чтобы сейчас что пропускать сюда людей в предварительное согласование. Так или нет? Предварительно? Зачем предварительно? В чем проблема вообще? Мы пришли к вам в гости посмотреть, как вы сказали. Депутат... После пояснения депутата Апанасенко Голобородский пропустив рабочую группу на территорию. Питання у присутніх виникли до новопризначеного кінолога підприємства Світлани Шамрай. Працівники кажуть, жінка не виконує низку обов'язків на роботі. Чому місці з'являється невчасно та неправильно веде облік собак. Дело в тому, що тут вже невірні дані по статистиці за вот эти дні отлова. Сколько було отловлено собак? 14-е, 15-е. Вот это то, что вспоминаю. Вчера было 15-е? Да. Ну вчера. А почему вы не внесли? Собаки находятся на предприятии. Почему вы не внесли? Показати, де розміщені собаки, яких прийняли вчора, новий кінолог не змогла. Вольєри не підписані, як це вводиться. До пані Шамрай обов'язки кінолога виконувала Ольга Котова. Жінка каже, робота була систематизована. Сполняла обов'язки, да. Всю документацію, вся робота животних. Я виконувала обов'язки, тобто уся документація, уся робота з тваринами, починаючи від привозу на КП і закінчуючи, як саджали в клітини, і тварини виїжджали на своє фактичне місце проживання. Я цю собаку вела, я її направляла на стерилізацію, я спостерігала її в процесі обходу. Протягом двох тижнів з комунального підприємства «Центр захисту тварин» звільнилось 6 працівників. А ті, хто залишились, тепер виконують не тільки свої обов'язки. Ну, санітара немає, ніхто цю проблему як би не вирішує. Тобто на сьогоднішній день бар'єри після вакцинації не убираються? Убираються, ну, збирають, коли у нас є час. Убирають вакцини? Так. Убираємо, займаємося адопцією собак. Ведемо журнал. Ведемо журнал, тому що більше займатися нікому. Нам ясна позиція директора, тому що тут буде ефтаназія, люди просто не хочуть в цьому участвувати. Головний ветеринар підприємства Олександра Логвінова каже, зарплатню не отримують вже другий місяць, а підприємство частково паралізоване. У нас не проводиться стерилізація в зв'язку з тим, що у нас нету матеріалів для проведення цих робіт. У нас не проводиться стерилізація в зв'язку з тим, що у нас немає матеріалів для проведення цих робіт. У нас практично закінчився корм, у нас залишилось там 4 мішки на завтрашній день. Тобто тварини будуть голодні. У нас немає персоналу, який доглядає за тваринами на сьогоднішній день. У нас 2 працівники по догляду, один вчора написав заяву про звільнення. Олександра Голобродського на посаду виконуючого обов'язки директора Центру захисту тварин призначено 2 тижні тому. Він каже, сьогодні закінчується інвентаризація і вже видно, справи погані. Технічний стан підприємства дуже поганий. Непрацюючі автомобілі, дуже замусорена, непрацюючі, точніше працюючі, але вже дуже в поганому стані крематор, забита каналізація. І ще багато всього. Зараз іде побудова діяльності підприємства. В тому виді, в якому воно було, воно мене не задовольняє. Щодо подальшої долі 139 собак, які знаходяться на комунальному підприємстві, виконуючий обов'язки директора каже, варіантів є багато. Я сподіваюся, що ми їх, як і планується, випустимо під зобов'язання
зоозахисників, людей, які там знаходяться. Першим пунктом було озвучено, що ці собаки можуть бути усиплені. Тому нам дав срок неділю на пристройство цих 140 собак. Звучала фраза о том, что собаки, которые не пристроены, которые агрессивные и прочее, могут быть подвергнуты социальной эвтаназии. Член робочої групи Лариса Веселовська каже, зроблять все можливе, аби не допустити евтаназії собак. У нас при першому підрахунку в Миколаєві було около 7 тисяч собак. У нас при першому підрахунку в Миколаєві було близько 7 тисяч собак. На сьогоднішній день у нас 4900 собак. Це говорить про те, що програма ОСВ в нашому місті, як і в інших 25 містах України, працює. Ми не хочемо йти за методом Харкова, за методом присипання собак, метод евтаназії. Це не гуманний метод, не існує такого поняття, як гуманна смерть. Не существует такого понятия, как гуманная смерть. Програму, над якою працює робоча група, наступного тижня представлять на депутатських комісіях. Після того вона з'явиться на сайті Миколаївської міської ради. Олександр Леонідович, цей відеосюжет мої колеги робили 2 місяці тому. 3 дні минуло з того, як ви очолили Центр захисту тварин і приїхала знімальна група, і група депутатська приїхала. Тобто ви були лише 3 дні як директор цього центру. Вже 2 місяці минуло. І, будь ласка, що вже зроблено для покращення умов утримання безпритульних собак? Хорошо. Значить, на сьогоднішній день не змінилось тільки одне. Це якась совершенно... Ну, с одной стороны, понятно, с другой стороны, непонятно. Для меня агрессия определенной группы людей относительно меня и людей, которые сейчас работают на предприятии. Это осталось стабильно, даже нарастает. То есть, касаемо предприятия, на сегодняшний день часть технических проблем я уже решил. Некоторые находятся в стадии решения. Например, канализацию, которая полгода была забита, и ее никак не могли сделать, носили ведрами отходы в яму. Ну, проблема была решена за один день, после того, как была проведена проверка ветеринарной службы. По итогам проверки службы там есть перечень недостатков, перечень проблем, которые нужно решать. Есть проблемы, которые я легко решу, есть проблемы, которые потребуют более длительного времени. Например, канализация та же самая, мусор по территории, некоторые моменты касаемые уборки, размещения собак, перемещения собак внутри предприятия в процессе стерилизации, в процессе лечения, пристраивания. Вот это все решится, ну, сейчас оно практически уже на пути, ну, приближается к решению. То есть канализацию я частично сейчас восстановил, работоспособно, сейчас там будет ремонт проходить, проблемный участок мы переделаем. Потом по перемещению животных сейчас полностью налажена, восстановлена система учета, которая была фактически, ну, скажем так, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но система учета была, на мой взгляд, немножко странная. Вот, есть журналы, которые нельзя назвать журналами, на предприятии отсутствует... Такое понимание, как дело производства, номенклатура дел, номенклатура этих журналов, какие-то книги, какие-то тетрадки. То есть все это вперемешку. Сейчас уже ведется четкий учет. Есть проблема перегрузки предприятия сейчас. Вот. То есть на сегодняшний день я приостановил стерилизацию, но это не относится к технической части. Также по технической стороне есть проблемы, которые решить сходу и имеющимися возможностями не получится. Это, например, катастрофическая ошибка при проектировании и исполнении клеток. То есть они сделаны в корне неверно. Сейчас там находятся поддоны, которые несколько лет не менялись, ни толком не чистились, и помыть их практически невозможно. То есть сама конструкция клетки таким образом. Плюс слив канализации, который течет из одной крайней клетки, вдоль всех остальных течет в яму, грубо говоря. Вот, то есть заболела собака в крайней клетке, соответственно, все остальные уже тоже заболели. Это изменить быстро невозможно. Это требует капиталовложений, то есть полностью ремонт этих клеток, уничтожение этих поддонов, в которых там за 3 года скопилось огромное количество грязи. Вот. Восстановление. Олександр Леонідович, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, так? Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо уважно. Алло. Алло, ви мене слухаєте, так? Я хочу сказать по поводу того, что вот плохие были условия. Дело в том, что мы стерилизовали в прошлом году бродячих собак. Я лично была в этом центре, и очень хорошие были работники. Да, условия были плохие, выделялись небольшие деньги. Но люди очень любили животных и к ним очень хорошо относились. Я лично ездила за дворовой собакой туда. Вот, и вычищалась,
Да, условия были плохие, транспорт у них был плохой. Но, тем не менее, ребята очень хорошо относились к своей работе. Добрый. И, кстати, одну из этих собак, которую мы в прошлом году стерилизовали, ее в этом году отравили. Стерилизованную собаку. Ласка, и точно так же будут сейчас травить собак и говорить, что они агрессивны, усыплять их. Нормальные собаки. Собаками нужно нормально обращаться, по-человечески. Тобто, наскільки я... Спасибі вам за дзвінок, Олександр Леонідович. Наскільки я зрозуміла, я думаю, що і ви зрозуміли, наша глядачка наполягає на тому, що раніше до вашого директорства в центрі були погані умови, але дуже добре ставлення до безпритульних тварин. А зараз, навпаки, умови покращились, а ставлення погіршилось. Ну, человек имеет право на свое мнение. Вот на сегодняшний день условия улучшаются. Я их доведу до нормального состояния, это предприятие. То есть так оно должно быть. То есть чтобы оно работало как предприятие, а не как кружок по интересам. До этого предприятие работало как кружок по интересам. То есть какая-то группа людей, которые любят пообщаться с собачками. В любое время дня и ночи могли прийти, принести какую-то еду, кого-то взять погулять, кого-то куда-то что-то. От, ну, в принципі, це не зовсім вірно. Тобто центр захисту тварин, судячи з ваших слів, це режимне підприємство? Так, да, на сьогоднішній день центр защиты животных – це режимне підприємство, на котором я своїми приказами запретил посещение посторонних, запретил передачу каких-либо кормов, медикаментов и прочих вещей на территорию в обход бухгалтерии. Как минимум, эта деятельность незаконна. То есть принести два мешка корма – это что? Это благотворительная помощь, значит, нужно провести через бухгалтерию, принять на баланс. Так ведь? Ну, я не знаю. Это... Есть правила определенные. Ну, іноді благодійна допомога, вона ніде не там... Не... Хорошо. Другой пример. Несколько дней назад работница предприятия, стоп, или посетитель, вот сейчас я даже сейчас вот задумался, честно говоря, ну, неважно, принес покормить собачек куриными косточками. Все люди, которые держат собак, вы тоже знаете, что трубчатые кости собакам категорически запрещены. Это заборонено, адже хорошо, это успели, может привести до смерти это убрать. Если бы умерли собаки сейчас, кто был бы виноват? Кто был бы живодером? Я или человек, который принес косточки? И вы же сказали бы, что у меня на предприятии, которым я руковожу, точнее, не у меня, на предприятии, которым я руковожу, отравили собак едой. Вот однозначно, без других вариантов. Это было бы именно так. Поэтому я просто запретил. На предприятии достаточно корма. На предприятии достаточно тех же самых медикаментов. Если чего-то нет, сейчас мы будем этот процесс налаживать, поставки медикаментов. Потому что приносят совершенный бардак, допустим, с прививками. На сегодняшний день, ну, скажем так, допустим, прививку от бешенства должна делать городская ветеринарная клиника. Это их обязанности, они эту вакцину получают бесплатно от государства, бесплатно нам передают, но сам укол делают они, это их условия. Они должны отслеживать. Они приезжают до вас, так? Да, должны приезжать. Но на сегодняшний день, уже несколько дней, ввиду угроз, последовавших в адрес ветеринарного врача от так называемых защитников собак, я не могу их назвать зоозащитниками, сейчас вот группа людей у нас сложилась, которые являются защитниками собак. Их мало волнует судьба других животных. Они защищают исключительно бездомных собак города Николаева. От почему-то вот считаю, что все остальное это не важно. Так вот, какие-то люди из этой группы умудрились запугать ветеринарного врача, который мне лично отказал в присутствии своего руководителя, сказал, что на него давят, ему угрожают, и он к нам на предприятие не поедет, потому что он беспокоится за свою жизнь и здоровье. Ну, он может звернутись до полиции. Он не хочет. Вы понимаете, что человек не хочет связываться. Но для меня это реальная проблема. Вот на сегодняшний день я не могу сделать прививку от бешенства, потому что некому. Врачи, которые имеют право и уполномочены это делать, на предприятие к нам идти не хотят, потому что им угрожают. Вот сейчас я завтра буду встречаться с руководством ветеринарии, и мы будем каким-то образом решать эту проблему. Искать других врачей, находить какие-то компромиссы, потому что между здравомыслящими людьми всегда есть компромиссы. Вообще компромисс – это основа взаимоотношения людей. Я, допустим, понимаю, что моя позиция не может быть принята на 100%. Какая бы она ни была. Потому что также я не готов на 100% принять позицию Елены, там, либо кого-либо еще. Ну, зараз... Но пока что нет даже намека на компромисс со стороны вот этой группы людей, которые выходят на митинги,
которые вот устраивают мне пикеты под воротами, которые вот приходят, ну, там ни о чем. Вот просто они не хотят ни о чем говорить. Вот только так, как они, и все. Олександр Леонідович, я перепрошую, Олене, зараз ми послухаємо дзвінок, і потім ви висловите свою думку. Добре? Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Вечір. Нужно всім успокоїтися і дати цьому чоловіку працювати. Він зможе. Йому видно, що і де робити. Успокойтесь все, я прошу. Хватит митингов, дайте человеку поработать. Я вижу с его слов и с его намерениями, он сделает. А работа покажет. Не надо ходить. Надо сейчас успокоиться всем. Все любят собак, все заботятся. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Дуже позитивні такі слова нашої глядачки. Будь ласка, Олена, ваша думка з цього приводу. Олександр Леонідович зараз висловив свою думку, і ми побачили, що був відеосюжет, там були одні умови показані, а Олександр Леонідович сказав, що зараз покращується ситуація. Будь ласка, ви теж були і тоді, і ваша думка. По поводу состояния предприятия, Александр Леонидович говорит, что производятся какие-то манипуляции и что в ближайшем будущем что-то будет меняться. У меня все просто, я человек фактов, я привыкла верить фактам, и когда вот это что-то хорошее случится, вот тогда я обязательно смогу сказать, есть ли позитив в том, что сейчас происходит. На вашу думку, поки еще ничего доброго не відбулось. Как вижу я сейчас, какая канализация была, такая осталась, какие вольеры были, такие остались, все как было, так и осталось. Я не буду давать оценку, хорошо это или плохо, я просто могу сказать, что я так понимаю, по поводу вольеров, это, наверное, одна из основных проблем. Я понимаю, почему. Потому что вольеры, действительно, они должны быть максимально удобны в функционировании. Если Олена, я так... перепрошую, у нас снова звонок, давайте послушаем. Okay. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос Александру Леонидовичу. Вы только что сказали, что был заключен договор с клиникой на прививки от бешенства, это я понимаю, но... Объясните, пожалуйста, на сессии горсовета вы озвучили, что также был заключен договор на забор крови и эвтаназию с клиникой на платной основе. То есть вы будете платить какой-то клинике бюджетные средства за те же манипуляции, которые, в принципе, может прекрасно производить врач, работающий на КП. С какой целью вы это сделали и ну для чего вот вообще такой поступок странный с моей стороны? Спасибо. Спасибі вам, Олександр Леонідович, відповідайте. Ні, це до вас питання. Хорошо, вопрос ко мне. Значит, по поводу манипуляций в клинике на территории КП. Сейчас у меня есть среди работников один ветеринарный врач, Логинова Александра Юрьевна. По последним, я с ней вот впервые увиделся, когда зашел на работу. За последние два месяца у меня сложилось стойкое впечатление, что этот человек, я не могу ей доверять, она не профессионал. На нее сейчас было составлено по проверке ветеринарной службы, приходила городская служба, даже с поживнагляду, проведена проверка предприятия. Из 11 пунктов недостатков, довольно масштабных в общей сложности, 8 ее. Кроме этого, при передаче имущества, точнее, проведении инвентаризации, у нее обнаружены недостачи по медикаментам на 5600 гривен. Это только то, что, скажем так, ну то, что вот уже просто спрятать не успели, что называется. Кроме этого, несколько дней назад она отказалась оказывать первую помощь собаке, по моему прямому указанию. Когда собаке было плохо, она сказала, нет, я ничего не буду делать, везите в клинику, потому что ей нужны были анализы. Приехали в клинику, ребята посмотрели, врач развел руками, говорит, вы могли первую помощь оказать без всяких проблем у себя, у вас есть доктор. На что мы ответили, что доктор у нас вроде бы как есть, но с другой стороны, ее практически нет. Этому человеку доверять как ветеринару, как специалисту, я не могу на сегодняшний день. Поэтому манипуляции, которые перечислены были в запросе, забор крови, прививки. Прививки, во-первых, делаются исключительно городской ветеринарной клиникой. Это их прерогатива. То есть это прививки строгой отчетности, за них нужно отчитываться, они никому это не доверяют. То, что было до этого, это их взаимоотношения с предыдущим руководством, как они это делали как, и что. Насколько я знаю, то та же самая Логина довольно сильно подвела работников ветеринарной клиники. Потому что при проведении инвентаризации там, ну, было много нюансов. Олександр Леонідович, я перепрошую, я думаю, що ви відповіли на попереднє запитання. У нас знову дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір.
А вы не хотите рассказать, почему не захотела Александра Юрьевна оказывать этой собаке помощь? А что с собакой случилось? Вы тоже не хотите рассказать? И почему вас заставили вести собаку в клинику? Не хотите рассказать, что ваш гребаный ловец сделал собаке передоз, и собака чуть не умерла? Почему вы это не рассказываете? Расскажите правду людям, чтобы люди знали, что у вас непрофессиональные ловцы, нанятые вами, что у вас какие-то зэки на территории КП ходят, все в татуировках, разговаривать не умеющие, пьющие чефир. Почему вы не говорите правду? Почему вы не говорите о том, что вы уволили сотрудников с КП, что некому теперь ухаживать за животными? Почему вы все прикрываетесь красивыми фразами? Расскажите правду людям. Почему у вас дебильная ухмылка всегда на лице, вместо того, чтобы нормально ответить? Расскажите правду людям. Все равно люди узнают эту правду, рано или поздно. Ну, я думаю, що і ми в прямому ефірі теж хотіли б почути правду, Олександр Леонідович. Олена, я... Олександр Леонідович, ну, все же, вот, касаемо Олександри Юрьевни, ви говорите. Я немножко не поняла до конца ответ. Вопрос был все-таки в том, какая целесообразность использовать дополнительное финансирование с госбюджета, когда уже есть финансирование на оплату заработной платы, насколько я понимаю, Александре Юрьевне. Она же не на волонтерских основах работает, правильно, как я понимаю? И, собственно говоря, отсюда и вопрос. Где целесообразность и какая причина тратить больше денег из бюджета, нежели положено, только лишь потому, что есть недоверие к человеку? Просто мне кажется, это крайне нелогично тратить деньги только исходя из своего доверия или недоверия. Вы же можете всем работникам не доверять. Мы же не будем платить за все услуги другим предприятиям, правильно? Ну, ситуация в том, что на сегодняшний день я не потратил еще никаких денег. Всего лишь заключен рамочный договор, в котором перечислены, возможно, некоторые услуги, которые будут оказываться этой клиникой. Вот, например, в таком случае, при котором Александра Юрьевна может просто отказаться. Вот она не хочет оказывать помощи, и все. Она может найти 10 причин, что требуется там, я не знаю, лабораторные исследования собак, которые нужно было просто провести первую помощь. Угу. И все. Я сейчас не про первую помощь, а все-таки о заборе крови у 30 собак для того, чтобы проверить забор наличие крови или отсутствие дирофилярии. Да, забор вот крови проводился это, наверное, для того, чтобы это были официальные данные, которые не подлежат сомнению. А наша, наша глядачка говорила про якісь людей, які там ходять, адже ви мовили, що це режимне підприємство, що там за люди. Скажем так, я не хотів би коментувати останні репліки цього чоловіка, я не знаю, хто це був, але судя по її словам, чоловік не зовсім в адекваті. Тобто, особливо про дебільну ухмилку. Все-таки давайте... И прочее все. То есть разумный человек не будет такого говорить. Друзі, в прямом эфире. Ми тут зібралися для того, щоб з'ясувати, чи є в нашому місті місце для безпритульних тварин. Можна? Будь ласка, хвилина, і Олена, вам теж хвилина. Да. Я от поки ми тут сиділи, общались з Ліною перед ефіром, я обрисовував один пример. Я його всім обрисовую. Він показательний. В общежитии НКИ в Соляних в холле общежития живет 3 собаки. В общежитии примерно 1200 человек живущих. Эти 3 собаки абсолютно адекватны. Они там живут, они держат территорию вокруг общежития. То есть благодаря им в радиусе 500 метров нет стай. Эта территория безопасна для людей. За этих собак несут ответственность директор общежития, вахтеры. Они их кормят, они за ними следят, они за ними убирают. То есть придерживаются порядка. Вот это те собаки, которые имеют право, полное право, на мой взгляд, жить в городе. Хотя они бездомные. Это обычные бездомные собаки. Собаки, но они социализированы. Які они сосуществуют с людьми. Людям. Так. Да. Стаи, которые, допустим, вот у меня работает сейчас девочка, ее уже 3 раза кусали собаки в лесках. Просто так. Вот нашла, мимо укусили. Вчера я был, меня пригласили там на площади Победы, обратились там к мэру. Женщина обратилась, рассказала интересную историю. 19 числа, прямо там на площади Победы, перед их парикмахерской, собака разорвала пожилой женщине ногу. Вот просто так, та шла с тележкой, на нее набросилась собака. Вот эта собака не должна жить в городе. Это моя позиция. Зрозуміла, Олена, будь ласка. Если вопрос, есть ли место так в городе для бездомных Ви, собак? Вы, как зоозахисник, зі стажем з великим. Место с собаком в городе есть. То, о чем вы рассказывали, я так понимаю, это опекунские собаки в какой-то степени, называемые так. Место таким собакам, безусловно, есть. Более того, я считаю, что
отлавливаться и максимально быстро пристраиваться. В первую очередь должны животные, которые проявляют агрессию, безусловно, собаки, которые покусали человека или напали, не дай бог, на ребенка, они должны, конечно же, отлавливаться и пристраиваться силами волонтеров. Если, конечно, коммунальное предприятие, Центр защиты животных будет идти навстречу волонтерам и сотрудничать, а не ставить какие-то препятствия в этом процессе. И самое главное, я думаю, что для того, чтобы было место и было комфортно существовать собакам на улице и абсолютно спокойно людям ходить по улицам нашего города, для этого должна еще быть активно проведена стерилизация. Потому что конкретно сейчас собаки очень быстро размножаются, а наше коммунальное предприятие конкретно сейчас стерилизацию как таковую стопорит конкретно. И это большая проблема, потому что собаки, которые входят в период гуляния, они проявляют повышенную агрессию. Мне кажется, в какой-то степени это какая-то легкая как провокация может быть. Может и нет, может я ошибаюсь, а вдруг и да. И это непонятно для меня, как для зоозащитника. Зачем коммунальное предприятие Центр защиты животных будет так делать? Надеюсь, что